Амаль 200 тысяч квадратных метров жилья до конца года будет введено в эксплуатацию у Гомеле. Для тех, кто имеет потребу у поляпшения жилевых умов, с держподтримкой побудовано 50 тысяч квадратных метров. У новые квартиры переехали больше, как 550 шмадетных семьев. Такие данные поведомили у отделе будовництва Гарвыканкама. По словам специалистов, динамика у галине становчая. Годовый план будовництва жилья будет выполнен.